нынешняя эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае весьма неблагоприятная. В наш Краснодарский край сейчас приезжает очень много гостей из других регионов. Открывается летний отпускной сезон. Вводится ужесточение мер по предупреждению профилактики ковида. Масочный режим в общественных местах считаю, что сейчас строго необходим. Но маска, да, дает нам возможность избежать заражения ковид. Но все-таки, я считаю, для того, чтобы обезопасить себя лично, свою семью, необходимо привиться. Вакцину я сделала еще в зимний период времени. Чувствовала себя нормально. Никаких последствий после первой, после второй прививки практически не ощущала. Даже если люди после вакцинации заболевают простудными заболеваниями, вероятность того, что этот вирус поразит легкие и поставит жизнь на грань, я думаю, что она отсутствует. Бояться не нужно. Нужно прививаться. Когда-то вы знаете, что человечество было с помощью прививок спасено от чумы, холеры, тифа. Миллионы жизней мы могли спасти. Поэтому эта прививка защитит вас и вашу семью. Вакцинируйтесь.